Благодаря выпуску черепицы на предприятиях «Технониколь», которых в регионе уже 7, Рязань называют кровельной столицей России. Теперь у города есть все шансы примерить и статус столицы теплоизоляции. «Пир на весь мир» – таков девиз запуска нового производства. «Пена полиизоцинурат» или сокращенно «ПИР» – это уже зарекомендовавший себя на международном рынке теплоизоляционный материал нового поколения. Открывать завод приехал министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень. Сегодня, безусловно, событие знаковое не только для компании «Технониколь», но и для всей строительной отрасли, для всей промышленности Российской Федерации. Торжественную церемонию также посетили первый замглавы Минпромторга Глеб Никитин, вице-губернатор Сергей Филимонов и президент компании Сергей Колесников. Вместо красной ленточки они сложили из пир-пазлов земной шар и оставили на нем свои пожелания. Производство этих энергоэффективных материалов на базе рязанского предприятия является, по сути, новым для России. Высокая механическая прочность, минимальная водопроницаемость, уникальная теплопроводность, высокие противопожарные характеристики. Такое уникальное сочетание характеристик заслужило мировое признание. Предприятие создали на мощностях бывшего ЗИЛа. Здесь установлена уникальная производственная линия, не имеющая аналога в СНГ. Ее мощность составляет около 30 миллионов квадратных метров продукции в год. Это в два раза превышает скорость аналогичных европейских предприятий. Запуск новой линии приведет к изменению конфигурации рынка теплоизоляционных материалов Российской Федерации. Одной из уникальных особенностей производственной линии ПИР является возможность производства плит переменной толщины. Это позволит создавать уклоны на кровле. Материал для такой кровли стоит в два раза дороже традиционного, но, по словам министра строительства, особое внимание здесь необходимо уделять эксплуатации всего жизненного цикла и безопасности зданий и сооружений. Более 70 стран мира, куда «Технониколь» начинает экспортировать свою продукцию, в том числе из этого цеха. И это гибкое реагирование на кризис, не кризис и так далее, мы видим, что это достаточно серьезно, плюс хорошие заделы на Дальнем Востоке есть. Появление таких предприятий становится якорем, неким стимулом для создания химических и нефтехимических производств. Что до сих пор у нас значительная зависимость присутствует именно по сырьевым компонентам для многих отраслей в сфере нефтехимии и химии. Чем больше будет таких заводов, тем более окупаемыми будут проекты по производству соответствующих нефтехимических компонентов. У нас имеется много примеров, когда предприятия делают своеобразный заказ нашим учебным заведениям, подкрепляют эти проекты финансово, и на выходе мы имеем нужных специалистов. То есть это очень важно и для студента, учащегося, это важно для предприятия, это важно для всех жителей, потому что есть гарантия, куда выпускнику устроиться, где работать, где получать хорошую зарплату. Продукцию «Технониколь» покупают в 70 странах мира. В России ПИР не пользуется такой популярностью, и корпорация вместе с другими производителями занимаются его продвижением. Запуск завода позволит решить проблему импортозамещения и нарастить экспорт современных строительных материалов на зарубежные рынки.